Так, я буду под эту песню открывать. Все, давайте, поехали. Сколько секунд? 40 секунд и начинаем. Поехали, я включаю. Блядь. Выкат на чего-то. Блядь. Все, давайте, я ушел. Давай, 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 блядь, давай. Блядь. Сколько секунд осталось? 20 секунд осталось. 20 секунд осталось, и ровно будет 23.00. А ты через сколько крафтишь, Маш? Через 5 минут, да, Максим? Или сразу? Да, наверное. Хорошо, все, я давай. Я могу сразу. Нет, я думаю, одновременно круче. Нет, хуйня одновременно. Хотя бы растянуть удовольствие. Все, одновременно вообще хуйня. Я думал об этом. Все, я включаю. Одновременно еще все, никто я не ебал. Вы же первые. Делали одновременно эту хуйню. У меня было 30%, что выпает ФТ, и 70%, что выпает МВ, и выпал ФТ. Ну похуй вообще, блядь. Сегодня мы, короче, мы сегодня уже 100% в плюсе, потому что мы уже 100% окупились. Похуй. Давай, передохни, 4 минуты и поехали. Короче, чат. Вы сейчас можете поучаствовать в розыгрыше какой-то хуйни за 5-7 тысяч, что мне выпает на форсе. Можете написать просто Эвелон в чат. Просто я ланчат, если хотите поучаствовать. И на канал, сука, подпишитесь, уёбки ебаные. Ну, кто не подписан, блядь, конечно же. Ты готова? Давайте, 2 минуты, может передохнуть там, блядь. Фу, блядь. Красава, 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 красава. А прикинь, сейчас и Маша выпадает калаш. Ну, так и будет. Я специально оставлю вот так на фоне калаш, когда она будет крафтить. Чтобы ей выпал калаш, и у нас было так 2 калаша. Блять, почему ФТ, дядь? Почему ФТ? А ты не хочешь растянуть на весь экран Дискорд? Когда Маша будет крафтить? Да. Хорошо, так сделаю. Пойдет вот так? Нормально будет? Ну так, наверное, да, будет лучше. О, жесть, бля, охуенно! Ну слушай, ну если Маша не выпадает, я по ножам проебал, но по факту я разъебал нахуй. Просто-напросто, блядь, 120 тысяч рублей, нахуй. Так у меня это время. 120 тысяч стоит калашик, блядь. Что, у меня минута, 1 минута. Сейчас же... Ну, у меня 2 показывают. Ну, хорошо, 1 минута, похуй. Что, а ты понимаешь, ты музыку включишь, ты должен мне считать, типа... Да, я тебе скажу, 3, 2, 1, и ты открываешь, да. Не страшно. Если тебе сейчас выпадает, то, ну, типа, балдёж. Мы в окупе просто пиздец. Мы окупаем 2 калашами, все вообще. Оно страшно, пиздец. Розыгрыш ножа будет, сейчас будет форс-дроп и розыгрыш ножа одновременно. А мы что, то есть не будем проходить? А, ну пройдем. Что, врубаешь? Есть, хочу сегодня пораньше закончить, я очень этот эмоционально как-то сдат. Да, давай. Я прям вообще пиздец. Давай, врубай нахуй. О, господи. Уже 5 минут. Ну, у меня 3. Я не знаю, как у тебя 5. Вот у меня 4 сейчас. 4 сделалось. 3.05. Готова открывать? Готова. Сейчас. Фух, сейчас будет. Бля, чат, это пиздец, нахуй.
А такие эмоции, блять, просто пиздец. Бля, если будет два калаша, это будет пиздо. Так, тихо. У меня меньше шанс. Кстати, если сейчас 40 человек еще подпишется, то будет 710 тысяч. Так что можете, Вилон, можете поучаствовать в розыгрыше, одновременно подписаться, сука! Козлы ебаные, блять, вы не получаете уведомления, блять. И приебывайте вот такие стримы, блять, эмоциональные. Все. Фух, все, я включаю тебе песню. Считай, считай. Я тебе включаю песню, и когда я тебе говорю 3, 2, 1, и ты открываешь, поняла? Хорошо. Все. Неплохая СГшка, слышишь? Ради этого вы столько времени потратили. Ну, блин, да. У меня просто реакция замедленная, история. Мы потратили 40 минут и почти 100 тысяч рублей ради вот этой вот. Денис, открой. Это 3-3 получается, я правильно понимаю? Это получается... Не, ну я по общим я выиграл, по цене я выиграл. Потому что у меня... Ну, получается, злой проиграл. 180 тысяч. Нихуя! Не, ну мы спорили не на то. Вадим, но есть шанс! Есть шанс, ребята! Он маленький. Всего-навсего. Всего-навсего. Экран, 0,28%. Но если сейчас выпадает нож, то я выиграл. Не, ничья вообще-то, брат. Ничья, и я крафтом выиграл, брат. Ты же не выпадет. На счет 3. Давай. Давай. Раз. Два. У меня дроп сейчас будет, подожди. Давай, откроем. Открываем? Да. Блять, ну это было бы как в фильме тогда, блядь, сейчас. Да. Покинь двоих бы нос выпал. Если тебе выпал нос, так, то я все, бы... мне надо донатить взлому. Ты прям сейчас пойдешь? Конечно, прям сейчас, чтобы не забывать. Скорее. Тебе сейчас челы просто в чате будут писать. Собачка.